Ну что ж, я всех приветствую, уважаемые дамы и господа, на нашем праздничном вебинаре, как мы и обещали. Сегодня, в понедельник, 12 ноября, он у нас состоится, и состоится, в общем-то, долгожданное событие вместе с ним. Это старт бронирования мест в благотворительном марафоне. Давайте для начала проверим качество связи. Вот здесь вот несколько плюсиков мне под трансляцией, пожалуйста, поставьте. И я дальше продолжу. Вижу, что здесь у нас присутствуют сегодня не только русскоязычные граждане, но и лидеры из зарубежных стран. Но, к сожалению, я говорю на английском только с помощью Google-переводчика. И поэтому у русскоязычного населения сегодня преимущество. Ну что ж, в общем-то, это не сильно большая проблема. Буду следить здесь за чатом периодически. Если у вас какие-то там проблемки или вопросики, сможете потом задать их. Но если проблемы будут вдруг со звуком, то сразу пишите, да. Модераторов прошу писать мне сразу куда-нибудь в чат, чтобы я это увидел. Ну, надеюсь, что все будет хорошо. Так, дальше. Сейчас я скайп свой поставлю на какой-нибудь режим, чтобы он меня не беспокоил. Потому что информации сегодня много важной, да, и надо обо всем успеть рассказать. Так, с чего начнем? Друзья, начнем мы вот с такого прекрасного события. Знаете, вчера, 11 ноября, казалось бы, мир сошел с ума. О чем мне только все вокруг не сообщали сервисы. И какой-то Всемирный день шопинга, и День холостяка в Китае, и какая-то Черная пятница, и какое-то фиолетовое воскресенье у магазинов. В общем, полный хаос, что только не придумали, да, вот, но мы-то с вами знаем наверняка, что единственное по-настоящему важное событие, которое празднуется во всем мире 11 ноября, это день рождения Whole World. И вчера нашему проекту исполнилось 7 лет. Вот так быстро летит время, я уже даже устаю считать, вроде только вам о шестилетии вебинар проводил, на том вебинаре, да, вроде бы как и 5 лет недавно было, и вот уже 7-летие, такая прекрасная дата. Вот я уверен, что так же быстро и продуктивно у нас пролетит еще один год, и много-много таких лет у нас совместной плодотворной работы впереди. Вот, ну давайте, как по традиции, вспомним, что было 7 лет назад-то вообще. 11 ноября далекого 2011 года, в эту интересную очень дату, от которой остается ровно 50 дней до Нового года, мы каким-то чудесным образом запустили проект, и в нем совершилась первая регистрация первого участника, и дальше все это дело понеслось. Ну вот так вот невзрачно выглядел сайт международной системы финансовой взаимопомощи под названием GoldLine International, на котором, в принципе, был всего-навсего один видеоролик. Но какой видеоролик, да? Этот видеоролик на самом деле не сильно-то изменился. Я говорю о ролике с сертификатом с тех пор. Ну, изменилось, конечно, немножко там и суммы изменились, и добавилась благотворительность, но, тем не менее, он не утратил свою привлекательность и простоту. И вот ровно в том виде практически он и сохранился до наших дней и будет работать еще очень долго. Да, здесь были, конечно, такие вот фокусы, как 34 миллиона полученных участниками прямо сразу на первый же день. И какая-то там легенда была о том, что этот проект уже там работает миллион лет где-то там в далеких странах и к нам сюда пришел. Да, это все было. Ну, сами знаете, что были мы в этом деле такие первопроходцы, хотелось что-то там блеснуть чешуей, да, и вот это мы сделали. Но, в общем-то, запустился проект, несмотря на всю вот эту вот черноту и простоту, видимо, оказался в нужное время в нужном месте для того, чтобы потом начать совершенствоваться. И совершенствовался он вот так вот в ближайшем уже
обновление, он выглядел более привлекательным, такой уже красочный. Тут фотки реальных наших участников появились, при клике на них можно было их отзыв посмотреть или прочитать. Тут уже были видеоотзывы от реальных участников, тут уже были реальные счетчики, видите, добавилось благотворительность, значит, это уже было в 2012 году, только-только начали мы это дело. И, в общем-то, вот так выглядел сайт. Поработали мы немножко дольше, и он стал еще более таким привлекательным. Здесь появился космический фон, прям, ну, все супер стало. На счетчике уже побольше денежек тут. И, в общем-то, вот в таком виде он доработал до того момента, когда в 2014 году у нас произошел ребрендинг, помните это событие, осенью 2014 года. Проект поменял название, но от этого, в общем-то, ничего не поменялось, ни в структурах, ничего. То есть просто внешняя обертка поменялась, а вся внутренность, все структуры, все кабинеты, они остались на месте. То есть это не хоть новый проект, это именно GoFine просто сделал ребрендинг. И стал называться проект Whole World, всем миром. И так он, в общем-то, и планирует называться в будущем и в настоящем. Все мы этот сайт с вами знаем, много на него раз заходим и приглашаем на него своих партнеров. Вот он, тот самый ролик, его можно посмотреть. Ну, тут появились еще и другие ролики, конечно же. И на карте на сегодняшний день мы уже видим значение. Практически миллион зарегистрированных участников. Вот за эти 7 лет, да, много это или мало? Ну, наверное, это не так много. Многие проекты берут более такие активные темпы развития. Вот. Но вот у нас он такой. То есть миллион участников будет, ну, как мне кажется, в ноябре уж, скорее всего, точно. Ну, может быть, в декабре. Посмотрим, какие темпы здесь у нас будут. Но я думаю, что сейчас они будут увеличиваться. Фонд более 950 тысяч долларов мы за это время собрали. Но это, как вы знаете, было не с самого начала, да? Поэтому цифра, полученная фандрайзерами, она отличается сюда, здесь в большую сторону. Потому что спустя больше года пришла на замену концепция, уже пропал тот хайп, который был в самом начале, и, ну, в общем, так оно, такие цифры у нас получились, никуда мы их девать не собираемся, вот они такие на сегодняшний день. Ну, и, собственно говоря, что нам удалось с вами за этот год сделать? Ну, в принципе, из нашего главного, да, то, что мы помогли еще одному десятку детей, оказали необходимую помощь им, показываем и другим детям, и, соответственно, будем это делать и дальше. Получили от благотворительного фонда не одно благодарственное письмо, в общем-то, это уже стало хорошей традицией. И хотелось бы, конечно, сделать вот эту вот сумму на мониторчике намного более быстро растущей. Вот. Хотелось бы уже миллион перевалить в ближайшее время самое, да, и пойти уверенными темпами вперед. И для этого у нас есть с вами, в общем-то, все козыри в руках для того, чтобы активизировать нашу фандрайзинговую деятельность буквально в самое-самое ближайшее время. Вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. Сейчас мы это доберемся. Говорю я о старте благотворительного марафона. Это еще один проект в нашем проекте, да, не стоит ассоциировать его как какой-то новый проект, но, несмотря на это, в принципе, для многих участников сегодняшний день, ну, или день старта этого благотворительного марафона, который произойдет у нас несколько позже, то есть официальный старт сегодня у нас произойдет, старт бронирования мест, может фактически означать то, что они исправят ту свою ошибку, или, может быть, не свою ошибку, а просто стечение обстоятельств, по которому они либо не стали активно заниматься участием в проекте GoFine International, не стали заниматься в проекте Whole World 4 года назад,
или 3, или 2, да, неважно, вот. Но сейчас понимают то, что, конечно, время это упущено очень-очень зря. И много у нас таких людей приходит, которые говорят: ой, я помню в самом начале, в 2011 году или в 2012 году в Голдлайне что-то не стал особо заниматься, а теперь смотрю, что проект-то ого-го как развился, да, и сразу локти-то кусаются, потому что человек понимает, что а что, если бы он все эти 7 лет участвовал, да даже если бы он участвовал не сильно активно, там всего-то навсего самую малую активность проявлял, то, конечно, у него бы на сегодняшний день уже была намного, то есть структура очень большая была бы, и, конечно, уже финансовые результаты были бы серьезные, вот, и от этого людям становится как-то вот не по себе. Но, как говорится, знал бы, да, вот, может быть, что-то и сделал, но теперь-то вы все знаете, поэтому сегодня, как говорю, еще один такой же шанс у многих возникает фактически оказаться на самом старте Goldline International или Whole World, можно как угодно считать, да, потому что этот проект, благотворительный марафон, он у нас точно так же собирается существовать очень долго параллельно в проекте Whole World, и в принципе, вы сейчас находитесь в самом его начале, и перед вами огромные горизонты. Давайте посмотрим презентацию. Прежде я вернусь немножко сюда, так, здесь все нормально, никто ничего не пишет о проблемах. И посмотрим вот эту PDF-презентацию. Я расскажу по ней о благотворительном марафоне, и, может быть, вы что-то для себя новое подметите, может быть, какие-то вопросики у вас будут. Итак, благотворительный марафон – это специальный проект компании Whole World LLC, то есть ООО «Всем миром» по-русски, призванный объединить миллионы людей по всему миру в стремлении помогать нуждающимся и сделать процесс благотворительности намного увлекательнее, чем прежде. Ну, в принципе, эту концепцию мы с вами преследуем и в основном в нашем проекте Whole World, да, и она здесь же в благотворительном марафоне продолжается. Основной задачей проекта является эффективное содействие в сборе пожертвований для реализации задач благотворительной программы Международного благотворительного фонда помощи детям всем миром посредством популяризации и развития специальной стимулирующей программы, коей является благотворительный марафон. Принимая участие в благотворительном марафоне, вы не только оказываете финансовую помощь, но и имеете возможность получать ее в свой адрес от людей со всего мира. Ну, ровно так же, как и в благотворительной эстафете, то есть в классическом маркетинге Whole World. Кто же у нас сможет участвовать в благотворительном марафоне? А участвовать смогут практически все желающие. Для того, чтобы принять участие, необходимо являться действующим участником международного сообщества Whole World. Присоединиться к Whole World может любой желающий, пройдя регистрацию на сайте wholeworld.biz. Ну и после этого нужно будет активировать личный кабинет. Для этого производится оплата в размере 5, всего лишь навсего 5 долларов за годовое обслуживание личного кабинета. И человек получает статус волонтер. Далее у такого человека будет фактически два направления. Причем оба из них могут осуществляться одновременно. Это пойти участвовать в благотворительную эстафету, то есть классический маркетинг с сертификатами, и параллельно можно участвовать в благотворительном марафоне. А можно только в благотворительном марафоне участвовать. Да, все как угодно. Вот. Но одновременное участие будет нести в себе определенные плюсы. И, конечно же, мы будем ориентировать на одновременное участие и в эстафете, и в марафоне. Итак, в чем же ключевая особенность благотворительного марафона? Вот она, автоматическое заполнение структуры. Все участники Whole World, а их более 900 тысяч человек, мы с вами только что смотрели, 995 тысяч человек, если быть более точным, да, практически миллион. Но здесь мы не стали писать миллион, потому что его еще нет. Из 165 стран мира уже находятся в общей бинарной структуре благотворительного марафона и имеют право в любой момент активировать свои места, оказав финансовую помощь на сумму 35 долларов. То есть вот такая вот небольшая сумма по сравнению с нашей уже привычной суммой в 100 долларов, в 3 раза меньше. И это очень-очень комфортно. В момент активации места участника перемещается вверх и занимает первую свободную позицию под местом его ближайшего
вышестоящего партнера в сообществе Whole World, который уже участвует в благотворительном марафоне. Вот этот момент очень важный, вы его должны понимать, то, что места следуют за вышестоящими партнерами по структуре Whole World. То есть структура у нас единая, это структура проекта Whole World. Вот. И поэтому все ваши партнеры из структуры, неважно, на каком-либо там глубоком уровне, они все равно будут следовать за вашим местом, заполняя структуру под вами. При этом заполнение позиций в структуре производится сверху вниз, слева направо. Сейчас мы это посмотрим на картиночке. Таким образом, места других участников могут автоматически попадать в структуру под вашим местом, даже если вы не приглашали этих партнеров лично. И вот каков у нас потенциал благотворительного марафона, то есть насколько активно могут заполняться эти места в структуре. У нас более 900 тысяч зарегистрированных участников, практически миллион, более 250 тысяч благотворителей и более 500 новых участников ежедневно. Выводы можете, в принципе, делать сами. Автозаполнение общей структуры, вот оно так и выглядит, да, то есть если представить бинарную структуру, в которой идет удвоение на каждом уровне, то есть под каждым местом находится вдвое больше мест, то заполняется она вот как раз вот так вот по уровням. Ну и, конечно же, берется ячейка именно вашего вышестоящего спонсора, и под ней идет заполнение. Но это мы еще придем более детально рассмотрим, как происходят переливы. Здесь дальше хорошая картиночка есть. Вот. А теперь финансовая часть. Ежеквартальная активность. Если в нашем классическом маркетинге происходит ежегодная активность, да, то есть $100 оказывается финансовой помощи один раз в год, то здесь $35 оказывается ежеквартально, то есть каждые 3 месяца. И, в общем-то, так оно и говорится, что для активации своего места в этом марафоне любому участнику достаточно оказать финансовую помощь на общую сумму $35, из которых $10 будут направлены в благотворительный фонд «Всем миром» как благотворительное пожертвование, $19 поступит другим участникам марафона, чьи места будут находиться над вашим местом в общей структуре. $3 поступит вашему ближайшему вышестоящему партнеру в Whole World, который будет иметь статус бизнес, то есть участвовать в эстафете, и одновременно с этим еще и являться участником марафона. И $3 – это сервисный сбор компании для поддержания всей этой активности. Ну и, соответственно, для поддержания активности вашего места будет необходимо произвести оказание финансовой помощи ежеквартально, то есть раз в 3 месяца. И вот как оно выглядит, эта инфографика. То есть вот он, ваш $35 оказания финансовой помощи для активации вашего места в структуре. Вот ваше место попадает в структуру вашего вышестоящего партнера. Вот, и происходит $10 направления в благотворительный фонд Whole World, $3 идет вашему информационному спонсору, вышестоящему, который участвует в марафоне и при этом одновременно имеет статус бизнес. Как вы понимаете, это может быть не обязательно ваш непосредственный партнер вышестоящий, да, то есть вас мог пригласить и волонтер. Вот, а первый бизнес-партнер, он может быть где-то выше. Вот поэтому $3 могут получать более вышестоящие партнеры. И $3 сервисный сбор. И вот эти $19. Самое интересное, да, как мы здесь решили построить систему вознаграждений. Это 10 уровней. 10 уровней в глубину партнерская структура. Это очень серьезно для тех, кто это понимает. Да. И поэтому... Ну, здесь как бы снизу вверх, может быть, не всем это привычно и понятно, вот, но первые 4 уровня по $1, по $1 вышестоящие партнеры, далее 5, 6, 7 уровень получат по $2, и 8, 9, 10 по $3. Но, как вы понимаете, на 8, 9, 10 уровне будут самые-самые большие чеки там, потому что там намного больше этих мест, и поэтому платежеспособность этих уровней будет намного выше.
Какова же финансовая мотивация получается, да? Вот мы здесь калькуляцию опускаем, но поверьте просто на слово. Или хотите, можете пересчитать самостоятельно калькулятором, да, или в табличке где-то. Но участвуя в конкретном марафоне, вы также, в свою очередь, получаете денежные переводы от участников, чьи места располагаются под вашим местом в общей структуре, а именно с 10 уровней, как мы сказали. Таким образом, общая сумма финансовой помощи, отправленной вам другими участниками, может составлять $5854 каждые 3 месяца. И это только на одно ваше место. То есть, если под вашим местом заполнены все 10 уровней, то максимальное поступление вам составит $5854. Вот. Кроме того, имея статус бизнес, вы будете дополнительно получать по $3 каждый раз, когда ваши личные партнеры активируют и продлевают свои места в благотворительном марафоне. Ну, как мы с вами выяснили, не только личные, да, это могут быть и партнеры ваших партнеров, если ваши партнеры вдруг в марафоне не участвуют, и ниже, и еще ниже, еще ниже. То есть вам очень выгодно обязательно иметь хотя бы одно активное место в марафоне, и выгодно всем. Всем участникам Whole World это выгодно, поэтому марафон будет работать, вы это понимаете, да? Никаких ограничений по числу мест. Это еще одно преимущество, то, что каждый участник имеет право оказать финансовую помощь столько раз, сколько захочет, и тем самым активировать неограниченное место в благотворительном марафоне. Вот такая инфографика, все наглядно, понятно. $5854 на каждое ваше место, плюс $3 с каждого места ваших личных партнеров Whole World каждые 3 месяца. Неограниченное количество мест. Вот. А количество ячеечек в структуре, то есть количество мест под вами, если посчитаете, по-моему, 2048. Всего 2000 мест. Это очень мало для того, чтобы вы получали $5854, при том, что вам даже не придется заполнять все эти места лично. И вот как раз еще один слайд. Приглашать не обязательно. Это очень весомое преимущество, которого не было у нас в Whole World никогда. Ну, за исключением только услуги бизнес-автомат, но это, как вы понимаете, совсем другое уже, да? А здесь действительно приглашать вообще не обязательно, потому что особенность бинарного дерева такова, что структура под вашим местом является частью структуры всех вышестоящих мест, вплоть до самой верхней позиции. То есть в заполнении вашей структуры могут участвовать одновременно все вышестоящие партнеры, а также сама компания. Места других участников могут автоматически по переливу от вышестоящих партнеров попадать в структуру под вами, даже если вы не приглашали их лично. Таким образом, действительно можно дождаться заполнения всех 10 уровней под вашим местом и получать по $5854 каждые 3 месяца без приглашений. Ну, понятно, что дождаться, наверное, у вас терпения не хватит, и вы все-таки тоже примете участие в заполнении структуры под вами, но, тем не менее, такая возможность есть. И вот она, графическое как раз объяснение. Как же так? Ваша структура является частью структуры вышестоящих ячеек. А вот очень просто, да, представляете, вот это ваше место, а вот это ваш, например, вышестоящий партнер. Ну, вернее, место вашего вышестоящего партнера, потому что у него тоже может быть несколько мест. И вот, вот это вот все, это структура вашего партнера, да. И он ее, допустим, активно заполняет. Но поскольку вы занимаете половину его партнерской структуры под его местом, то заполняя свою структуру, он автоматически будет заполнять и вашу структуру. И то же самое справедливо для более вышестоящих партнеров. И так до 10 уровней вверх. И до, сама компания также может вам помогать, да, потому что рекламные кампании ведутся и буквально всеми активными участниками самой компании, да, понимаете, как происходят переливы. Вот здесь показано, что вы вообще никого лично не пригласили, а вот она, ваша структура под вашим местом уже начала заполняться. И вы уже вот эти вот доллары, сколько здесь, $6, да, вроде бы мало, но вы ничего для этого не сделали абсолютно. Она пойдет и дальше заполняться, и вам будут переводики капать. $5000 на полную структуру
вам упадет каждые 3 месяца. Денежные переводы, да, мы сотрудничаем с ведущими международными платежными системами, благодаря чему вы можете производить оплату и получать денежные средства практически любым способом в любой точке земного шара. Все переводы оказания финансовой помощи полностью автоматизированы и моментально поступают на личные счета участников в платежных системах, не накапливаясь на счетах компании. Воспользоваться денежными средствами вы можете сразу же, как получили перевод. Это очень большая гарантия того, что вопрос доверия можно даже не поднимать здесь, да, потому что это уже стало привычным за все эти годы в нашем проекте Whole World, и вопрос финансового доверия у участников он не стоит, его просто нет, потому что денежные средства напрямую между кошельками участников посредством платежных агрегаторов путешествуют, и компания их не хранит у себя, значит, такой случай, что вам что-то не выплатят, да, или будут долго выплачивать, он вообще сведен к нулю. Ну и, конечно же, самая главная часть всего мероприятия. Помогаем всем миром. Принимая участие в благотворительном марафоне, вы помогаете больным детям. $10 с каждого оказания финансовой помощи направляется в благотворительный фонд «Всем миром». Тесная техническая интеграция с фондом «Всем миром» позволяет сделать процесс благотворительности исключительно прозрачным. Все транзакции моментально отображаются в отчетах финансовых поступлений на сайте благотворительного фонда. Ну и также вы всегда можете наблюдать за расходованием собранных средств и ходом лечения детей, для которых ведется сбор пожертвований. И пускай те, кто хочет говорить, что все это сделано для прикрытия, да, какого-то там непонятного, и они зарабатывают вот на больных детях, пускай они говорят все, что угодно. Друзья, главное, что вы сами знаете, что вся эта деятельность, она действительно направлена на сбор благотворительных пожертвований. И это действительно так, да? Да, концепция Whole World, она настолько уникальна, что никто ее не использует, кроме нашего проекта. Пытались, да, даже после старта нашего проекта пытались использовать, но, по-моему, так ни у кого это не получилось, потому что для этого должны многие компоненты сойтись. Но так мотивировать добровольно-принудительно к оказанию благотворительности за счет финансовой мотивации, это, конечно, дорогого стоит. Да, мы используем корысть людей. Да, именно за счет корысти они занимаются благотворительностью. И вы каждый сам можете себя спросить, а часто ли я в благотворительные передачи там на Первом канале отправляю деньги на там, пожертвования детям? И каждый скажет, что ну, практически никогда, да? Ну, будут люди, конечно, скажут, да, отправляют, но большинство скажет, нет, я не занимаюсь благотворительностью так, как я это делаю в Whole World. Посчитайте, сколько денежных средств вы отправили на благотворительность благодаря Whole World. И вы удивитесь, да, вы никогда бы не отправили их просто так. А значит, концепция Whole World работает. И что еще можно доказывать? И поэтому, участвуя в благотворительном марафоне, помните, какой бы сильной ни была ваша личная финансовая мотивация, но главной целью всех участников является оказание помощи тяжелобольным детям. Да, вот такая у нас презентация, она переведена на сегодняшний день еще и на английский язык, будет переведена на еще на 8 языков минимум, на те, которые присутствуют у нас на сайте обязательно. И, в общем-то, этого будет достаточно. Причем у нас планируется еще и один видеоролик, как минимум. Так, ну, пришло время рассказать о бронировании мест. Что же это такое, зачем оно надо? Смотрите, друзья, как вот вы уже могли услышать, согласно правилам расстановки мест, эти самые места следуют в общей структуре марафона за местами вышестоящих информационных спонсоров, ну или партнеров, иначе вышестоящих по проекту Whole World. И для того, чтобы избежать той самой ситуации,
которая могла бы сложиться, если бы мы запустили бы марафон просто вот так вот в один день. Ситуация была бы следующая, то, что все бы побежали бронировать на перегонки, не бронировать, да, а активировать уже. Активировать свои места на перегонки буквально побежали бы все, кто понимает, зачем им это нужно. И по-любому получилось бы так, что огромное количество информационных спонсоров, они активировали бы свои места позже, чем некоторые из их активных партнеров. А это означало бы, что они фактически потеряли своих партнеров и больше никогда не встретиться с ними в благотворительном марафоне. Не, ну, был бы там, конечно, определенный шанс, что там ячейка под ячейку попадет, да, но он, как вы понимаете, может и не случиться. Вот. И в связи с этим возник бы очень весомый негатив. Этого нам не нужно. Хочется, чтобы все осознанно подошли к мероприятию без негатива, и мы этот момент проконтролировать решили. Именно для этого мы устраиваем предварительное бронирование мест. Это будет определенный период. Могу вам сказать уже точно, что это будет ровно 2 недели вот с сегодняшнего дня. И до 25 числа будет идти этап предварительного бронирования. В предварительном бронировании мест смогут принять участие все, кто захочет, но для этого у вас должен быть статус «бизнес». То есть у вас должна быть оказана финансовая помощь в размере $100 в основном маркетинге, то есть в благотворительной эстафете Whole World. Это привилегия. Да, это привилегия для благотворителей проекта Whole World. Несмотря на то, что участвовать в марафоне смогут и волонтеры, то есть просто активировавшиеся свой аккаунт на $5, но принимать участие в бронировании смогут только партнеры в статусе «бизнес». Так вот, за эти 2 недели мы накопим определенное количество заявок на бронирование, ну, то есть количество забронированных мест будем знать, и давайте посмотрим, что мы с ними сделаем. Ну, вернее, я вам скажу сразу, что мы с ними сделаем. Мы их расставим в хронологическом порядке и приведем их в соответствие с существующими структурными взаимосвязями. Таким образом, мы сделаем так, что вышестоящие информационные спонсоры окажутся в любом случае выше, чем их партнеры, то есть не смогут их обогнать. Поэтому вот те спонсоры, которые ответственны, которые понимают, что сейчас это тот самый ключевой момент, когда нельзя прощелкать ничего, они должны обязательно забронировать хотя бы одно место. Для того, чтобы их партнеры хотя бы их не обогнали, да? Вот. Так, что я говорю? Есть у нас правила, условия предварительного бронирования мест. Они будут вам доступны в разделе, сможете их почитать. Там все подробно написано, как будет происходить это самое формирование очереди, что мы сделаем с забронированными местами, какие там обязанности у кого есть, да, вот, но сам по себе раздел, я, так, думаю, можно обновить, давайте на всякий случай открою в новом окне, а то вдруг наши техники чем-нибудь там натворили, а нет, не натворили, еще и лучше сделали, только счетчик почему-то не поставили. Смотрите, друзья, в принципе, бронирование вы сможете произвести, вот, нажав на эту кнопочку в личном кабинете. Мне кажется, что уже даже сейчас это можно сделать, но не торопитесь это делать, потому что период бронирования будет достаточно длинный, и вы успеете все это сделать в спокойной обстановке. Вот. Для того, чтобы забронировать места, здесь, ну, можете почитать, что здесь написано, и выбрать количество мест, которые хотите забронировать. Здесь вам предлагается на выбор 3 различных варианта. Вот. Но это не значит, что вы сможете только 1, 3 или 7 мест забронировать. Просто выберите хотя бы 1 место, у вас появится возможность бронировать дополнительные места, там сможете указать сколько угодно уже, там хоть 1 000 000.
ну, вернее, поняли, да, хоть 10 мест. Почему это сделано так? Потому что у вас есть шанс на старте получить бронирование сразу блока мест. Потом этот шанс уже реализовать будет сложно. Для тех, кто знаком с бинаром, понимают, что такое за термин «золотой треугольник». Да? И именно вот те самые золотые треугольники, они здесь вам и предлагаются. Это треугольник из трех мест, трех позиций в структуре или семи позиций одновременно. То есть, соответственно, по $35 за каждое место. И вот эта вот сумма оказания финансовой помощи, которая здесь рождается, исходя из того, какой вы блок выберете. Одно, три или семь мест. Ну, а дальше можете дополнительные места уже активировать, бронировать дальше. Итак, почему выгодно бронировать блок, да, для тех, кто вообще слабо понимает, поясню то, что вот представьте, да, вот ваша бинарная структура начинается с такого треугольника, и под нее заполняются уже пустые ячейки другими участниками, там, от вышестоящих партнеров, от компании, или это ваши партнеры лично приглашенные, там, или партнеры из структуры, неважно, но поскольку у вас друг за другом стоит три ячейки, то от каждой активации вы получаете раз, два, три перевода. Да? То есть это мог бы быть $1, но вы получите $3. Это мог бы быть $2, но вы получите $2, $2, $2, $6. Ну или по $3, $9 с каждой активации. То есть в три раза больше с каждой активации. Это очень удобно. И таким образом марафон для вас превращается, ну, в такое. Марафон — это что такое? Да? Это какая-то длинная дистанция для выносливых, вот, и это действительно так, потому что здесь у вас будет задача заполнить под этим треугольником 10 уровней, а вернее 12, чтобы прям все 7 мест были заполнены 10, да, уровнями, и дождавшись этого момента, вы уже действительно начнете серьезно здесь получать прибыль. Ну, в принципе, даже если вы одно место заполните в 10 уровней, то $5000 – это тоже серьезно, да, тут нет несерьезных сумм, и это очень здорово. Так вот, когда вы выбрали того к оплате, нажимаете на удобную платежную систему, производите оплаты, все, и здесь у вас появится список забронированных мест, каждый из которых будет в ожидании активации, и у каждого места будет известно время бронирования. Если вы бронируете блок, то время будет единое для всех семи, или там трех, или трех мест, да. Вот, поэтому все они станут именно вот так в треугольничек. Если вы бронируете поочередно места, ну, время для каждого будет свое, и тогда оно уже там будет в соответствии с общей очередью как-то в хронологическом порядке попадать в структуру. Что еще здесь важно сказать? Ну, вот этот виджет всегда будет находиться здесь, вы его сможете найти. Если вдруг вы зайдете сюда в статусе волонтер, то система, в принципе, вам не даст забронировать места, потому что скажет, сначала активируйте статус бизнес. Здесь, конечно, разделчик будет более такой насыщенный. Это пока вот техники сделали просто возможность бронирования. В оставшееся время до старта за 2 недели здесь все будет приведено в порядок. Кроме того, появится лендинг по марафону, на который у вас будут реферальные ссылочки. То есть сейчас вам, может, не совсем даже понятно, да, как людей приглашать в марафон, потому что это не очень удобно. Вот, но будет прямая ссылка на лендинг благотворительного марафона, и здесь будет некоторое описание и презентация, и кнопочка для бронирования мест. Вот, и счетчик до старта. Ну, в принципе, вот сейчас 2 недели уже остается, да? Давайте еще раз подытожим, для чего же нужно вам участвовать в благотворительном марафоне. Здесь я выписал несколько мыслей. Если у вас есть партнеры в Whole World, то участие в марафоне для вас более чем очевидно, да? Вам обязательно нужно активировать как минимум одно место для того, чтобы не потерять ваших партнеров в предварительном марафоне. Обязательно в период предварительного бронирования активируйте хотя бы одно место. Вот. Если у вас нет партнеров в Whole World, то вы можете принимать участие в марафоне, чтобы получать переливы от вышестоящей структуры
в марафоне, и тем самым, даже если у вас не получается в эстафете передавать эту эстафету, то есть приглашать лично, не с помощью бизнес-автомата, вообще никак не получается, то марафон – это выход для вас, и вы все равно сможете здесь стать тем самым болтиком в общем механизме, который работает на благо общества. Ну и в любом из этих двух случаев вы должны участвовать в марафоне для того, чтобы пригласить еще больше новых партнеров, используя инфоповод этого благотворительного марафона, потому что это просто прекрасный инфоповод, как вы понимаете, да? На этапе предварительного бронирования мест не зря существует ограничение, да, что в предварительном бронировании могут принять участие только партнеры в статусе бизнес. А это самый лакомый, в общем-то, кусочек принять участие в предварительном бронировании. Поэтому используйте этот период в 2 недели для того, чтобы максимально отработать для себя выгодно, эффективно, чтобы построить структуру в благотворительной эстафете в Whole World. Ну и дальше, соответственно, люди эти и в марафон к вам присоединятся. Для того, чтобы активно привлекать денежные средства на благотворительность и помогать детям. Это, конечно же, та же самая цель. Чтобы получить весомую финансовую выгоду самому, в конце концов, для этого вам нужно участвовать в марафоне обязательно. Вот. Ну и, в принципе, да, я уже сказал, что вместе с появлением благотворительного марафона в комплексе с маркетингом благотворительной эстафеты в Whole World появляется целых 2 решения. Первое – это серьезное уменьшение суммы входа, так сказать, да, то есть со $100 сразу на 35, в 3 раза меньше, это уже доступно для многих. Раз в 3 месяца – это очень комфортный период, в который человек, ему никто не мешает. Ну, есть такое правило, да, что человек хочет окупить вложение, хотя это не является вложением, это финансовая помощь, но тем не менее за 3 месяца он в любом случае сможет это сделать при желании. Вот, а при счастливом стечении обстоятельств и намного больше там всего этого получится. Вот. Но второй момент, да, то, что не было у нас в Whole World возможности зарабатывать без приглашений. А теперь это можно делать и приглашать, да, вот парадокс. Но это действительно так, что приглашать людей в проект, используя фишку того, что им не надо будет приглашать, это любят делать абсолютно все, да? Ну, вы же знаете, что это действительно так, это удобно, да? Приглашаешь человека и говоришь, что заходи, и здесь можно зарабатывать без приглашений, да? И люди с удовольствием заходят. Поэтому марафон тоже будет, конечно же, развиваться. И вот она, ваша финансовая мотивация, вдруг вы забыли, да? Это $5854 на одно место каждые 3 месяца, плюс по $3 от всех мест личных партнеров. В принципе, можно приступать к бронированию. Наверное, наши техники это все уже вынесли, там, в личные кабинеты. Ну, наверное, вы, в принципе, уже и так это все делали. Давайте вопросы, друзья, потому что давайте ответим, да, отвечу я на ваши вопросы, потому что много у нас было вопросов от лидеров. Я отвечал на них исправно и терпеливо в наших лидерских чатах. Если, кстати, вы не присутствуете в чате Telegram, если вы не присутствуете в Skype-чате, обязательно попросите ваших партнеров добавить вас туда. Если вдруг ваши партнеры тоже не там, напишите ВКонтакте в группу или там напишите мне, обязательно это все делайте. Да, еще момент, возможно, будет вопрос, а имеет ли вообще смысл торопиться и бронировать раньше во время этапа предварительного бронирования? И ответ – да, друзья, да, имеет определенный смысл не тянуть до последнего дня бронирования, а сделать это как можно раньше. Потому что помимо порядка взаимоотношений структурных, будут учитываться и хронологические порядки. То есть есть большое количество именно параллельных веток, которые между собой не пересекаются, да, как вы понимаете. И вот кто по времени раньше
будет бронировать места, тот, в принципе, получит выгоду среди вот этих параллельных веток. Вот люди пишут, что уже забронировали. Я надеюсь, что там все работает четко. Если вдруг на бронировании будут какие-то ошибки, я прошу вас незамедлительно сообщать об этом, потому что ошибок допускать здесь мы не имеем права. И должны их очень быстро исправлять, если вдруг они будут обнаружены. Так. Что еще? Ну, как я уже сказал, да, то, что вот эти сейчас следующие две недели для вас это золотые недели просто. Не надо думать о том, вот какие админы плохие, так долго они до общего старта еще решили потянуть. Нет, эту информацию вы должны понять правильно. То, что этот период, это неплохо для вас, это очень хорошо. И этот инфоповод, мы обязаны просто в эти две недели успеть оповестить всех ключевых спонсоров, чтобы потом они нам не предъявляли, да, что вот я пропустил старт марафона, что мне теперь делать, вы плохие, ничего не рассказали, а я свой скайп потерял, а я свой имейл забыл, и телефон у меня уже украли, и сменился он, да, и я вообще был неизвестно где. Вот. Достаньте из-под земли всех ваших партнеров, которые когда-либо были активны в Whole World, в Goldline, обязательно им сообщите о старте предварительного бронирования, объясните, что они должны и зачем делать, дайте, в конце концов, запись этого вебинара. Вот. Потому что мы видим, что многие не читают имейлы, к сожалению. Ну, видимо, у имейлов есть такое свойство забываться. Вот. Ну, не знаю, я лично читаю каждый день, и у меня их не один даже имейл, вот, но, видимо, люди разные. Мы со своей стороны будем эти две недели также активно проводить информационные кампании. Кроме того, не только среди существующих участников мы запустим активную рекламу и на рекламных платформах. Как вы понимаете, в этот период увеличивается серьезное количество регистраций, увеличится количество оказания помощи, и в этот период будет очень хорошо работать услуга «Бизнес-автомат». Поэтому там уже очень мало места осталось. Если вы хотите успеть, подключайте «Бизнес-автомат». Лучше времени и эффективнее «Бизнес-автомат», наверное, мало когда будет работать, нежели в период вот таких вот крупных событий в компании. Это вам такой вот намек, лайфхак, как хотите, принимайте. И именно поэтому мы даже не делаем никаких скидок на «Бизнес-автомат», потому что он и так, в принципе, его и так все раскупит сейчас. Так, рассылка идет на почту тем, кто подписан на ваши новости, или всем, кто зарегистрирован, Ирина. Ну, за исключением тех, кто сказал, что не хочу получать ваши письма, идите нафиг, да, отписался и добавил спам, там, все что угодно. Ну и, конечно, мы делаем акцент именно на волонтеров и благотворителей. Есть много партнеров в статусе фри, вот с ними это отдельная еще история, поработать придется, но мы это сделаем. Баннеры на марафон будут. Да, обязательно они будут. Сейчас мы первым делом вот этот вот лендинг запустим, чтобы у вас были рекламные, опорный такой рекламный материал. Потому что сейчас вы, в принципе, тоже можете это делать, можете приглашать, но вам придется приглашать в Whole World и на пальцах рассказывать, да, что и как надо делать. Поэтому сделаем обязательно сначала именно лендинг. Потом сделаем для вас баннеры. Баннеры, в принципе, есть, но просто приведем их в соответствие с нужными стандартами и все это выложим. У вас уже есть один видеоролик. Его используйте активно. Будет второй видеоролик, наверное, ближе к старту уже. Ну и обязательно по всем вопросам в чатах общайтесь. Всегда поддерживайте коммуникацию между партнерами. Вот, в принципе, я все сказал, что хотел. Все уже там принялись бронировать. Я хочу лишь еще раз поздравить вас с достижением
этой психологически важной отметке в 7 лет. И еще одна будет 8, 9, 10. Ну и дальше, как нам кто-то пожелал, еще 100 раз по столько же, то есть 700 лет нашему проекту скоро будем отмечать. Надеюсь, буду с вами. Вот, и все здесь в чате тоже будут. Шутка. Ладно. Друзья, не смею я вас больше задерживать. Вот. Вижу, что все, у вас уже тут конференция, вебинар, уже вам не важен, вы уже пошли бронировать. Вот. Поэтому всем спасибо, всех с праздником. Все оплаты PayPal будут подтверждаться как можно более оперативно. Вот. Ну, в общем-то, да, мы понимаем все это, обязательно все будет. На этом, друзья, все. Говорим всем до скорых встреч, не прощаемся. И все, успешное планирование, вы все знаете. Не теряйте драгоценное время. Пока.